добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.0 бензиновый, 105 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Передний привод, машина 1989 года, выпуска. Взял с донора серое крыло и фары. Крыло так себе, поставил временно, буду заказывать лучшего качества и красить в цвет. Удивило, что еще скорее всего родные газовые упоры крышки багажника 30-летней давности свою функцию выполняют, хотя уже не такие упругие. Порадовало состояние отсека запасного колеса. Машина старая, но сделана была хорошо на тот момент, осталось подшаманить косяки по порогам, замятые пару мест. Ходовка и подушки двигателя, сленд-блоки. И не говорите, что за эти деньги лучше 10-ка или 14-ка, хотя по наличию запчастей и цен на них лучше. Но в Nissan комфортно просто даже сидеть на велюровом диване. Поддержка поясничной зоны. Справа был треснутый фонарь, пришлось переставлять донора. Все болты закисли. Прикупил ударную отвертку и открутил, отмачивая WD-40. Замени красный почерканный задний бампер на черный от донора. Передние фары от донора и решетка радиатора. Также накладка на бампер. Также замени пластмассовую накладку подсветки номера, перекрасил в черный матовый. Замени задний и правый фонарь. Подкрасил облезлые зеркала в черный матовый. Замени все клапы в обшивке задней двери. Починил трапеции дворников. Хотел покрасить крыло. Через подбор не смогли подобрать, говорят, год старый, краска выгорела, не подберут. И по цене недешево выходило. Взял, выбрал на глаз из тех, что без подбора, цвет торнадо. Ну и грунт. Брал краски с запасом на два элемента. Но думаю, буду всю машину красить в этот цвет. Отдал крыло маляру.
так как там было пару вмятин и кое-где надо было подварить. Выровняли, зашпаклевали, закрасили. Замени серое крыло на красное и под крыло отдел. Обработал швы силиконовой краской. Забрал нос-код. Нос-кап 12500 от ССС. Доставка с Владивостока 11000. Покрасил передний бампер. Перекрасил передний бампер с ноуската в черный цвет. Со второго раза удалось достичь более или менее результата. Мелкие засечки не шпаклевал. Нагрунтовал в 3 слоя 2 слоя краски. Слой лака. Морда от ССС. Обновил фары, подфарники, решетку радиатора, боковые подфарники, сделал дополнительные поворотники. Химчистка потолка и торпеды, настроил часы. Еду по городу, начало слепить солнце, опустил солнцезащитный козырек и все пальцы были в песке, в общем снял, хорошенько промыл и высушил. Заодно почистил перед потолка и торпеду с дефлекторами обдува. Настроил часы, думал они нерабочие, ошибался, там еще календарь и секундомер стоит. На магнитоле китайской через год уже цифры не полностью высвечиваются. А тут 30 лет пашут. Переварили выхлоп. Заменили прокладки на выпуски и уставшую трассу, установили резонатор 50 мм от приоры. Тишина.
резонатор 2700 рублей, работа 3000 рублей, прокладки на коллектор 300 рублей, резинки на глушитель 300 рублей. Приобрел краску для покраски кузова. Хочу покрасить две двери и арки с порогами. Докрасил заднее левое крыло. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.